Здорово, Империя, микрофон Артем, это канал Snowworm TV, и у нас очередная новая игра. Как обычно, нет русского языка, я не помню, про что эта игра. Но, конечно же, посмотрим ее, почему бы и нет. Сейчас поймем. Hope and Dead. Угу. По-моему, это хоррор, нет? А, двухмерная игрушка какая-то. Надо было подключить джойстик. Ладно. Ух ты. Так, мы играем каким-то роботом. Прикольным. Ладно, погнали. То ли космос, то ли чё. Там на заднем плане. У нас Земля, походу. Ладно, бежим потихонечку. Пока ничего интересного не происходит. Какие-то люди мертвые. Я какой-то посол, что ли? У меня какая-то накидка странная. А, ну смотрите, луки. Оружие у них тут есть. Опа, полетели Звездные войны. Так, ну я бегу, а могу ходить. То есть бежит он автоматически. Пока ничего не происходит. Есть инвентарь? Нет, походу, ничего нет пока. Не знаю, пока бежим. Угу. Какая-то штука появилась. Я от кого-то убегаю, может быть? Может, это весь геймплей? О! Вот они. Все, походу, меня поймали. Так, а, подожди, меня не трогают они. Я дальше бегу. Тут, кстати, мышка, вон, видите, двигается. Уже что-то какие-то другие цвета появились. Пока бежим. Бежим и прыгаем. Прыгаем и бежим. О, корабль летит на заднем плане. О! Я понял, что на Q можно нажимать. А, сзади закрылось, спереди открылось, ясно. Опа, это тут, походу, оружие. Смотри, меч. Как стрелять-то? Меч или... Это или меч, или оружие. Какие-то духи. Шаман Кинг какой-то прям. Так, нажать можно? Млечный путь. Здесь какая-то прям вообще космическая. Это инопланетяне. Так. Я не знаю, что надо нажимать. Но ничто не происходит. Так, а что? Что надо нажать? Она вот нажимается? Что за буква такая? Где, чё? Ага. Ну да, на что? Здесь что? Лифт? А, во. Что происходит? Почему-то не показано, что можно нажать на Q. Мы подходим к этому терминалу. Раньше было показано, да? Нажмите Q. А сейчас подходишь... Ай, смотрите, я ранен. Это я иду, кстати, если что. Я просто иду, но я ранен.
Давай, нажимай. Нет? Нажимай, нажимай. ДЭК-13 представляет. Все умирают. Это уже не я иду. Бурьян, как захватывающий боевик начинается. Ай, смотрите, мне плохо. Какая хорошая музыка. А это, по-моему, капсулы улетают. Спасательные. Да. Походу, да, мы на землю летим. Ну или что это, типа земля. Короче, куда-то летим. Фабио Донадони. Там был. Судя по всему, это какая-то земля. Планета, в общем. Блин, так эпично начинается, конечно. Прям заморочились. Веспер. Виспер. Как правильно будет? Как переводится, интересно? Директор. Ну, погнали. Давайте. В общем, мы взорвали планету, ой, свой корабль, вернее, и упали на планету. Угу. Это вот типа экран загрузки, типа нам что-то говорится, и загрузка идет. Так, правая кнопка или две одновременно? Ну, нажал. А, держать надо, прикиньте. Это типа взрыв. Я появлюсь или кто? Так, капсула разбитая. Угу. Цифра 7 почему-то там на ней. А, возможно, седьмая капсула. Может быть, 7 жизней. Это я или кто? А! Вселилась в меня душа. Угу. Так, я маленький робот, в общем. С одним глазиком. Так, и умею прыгать. Ну, потихонечку. Ну, очень красиво сделано. Что-то типа лимба игры. Ну, вот это темные тона с какими-то красивыми пейзажами. В лимбе, конечно, все темное было. Это платформер стопудняк. А можно ли тут драться? Видимо, нет. Видимо, головоломка. Игра-головоломка. Пока просто бежим вперед. Ну, красиво, какие-то кристаллы. Да, нам теперь не показывает, что надо, можно нажать Q. Но мы можем нажать. Подойдя, костер какой-то. Так, какие-то проекции. Голограммы появляются. Смотрите, в этих, в кристаллах какие-то змеи или драконы. Яйца какие-то на стенах растут. Непонятно. Пока просто мы куда-то идем. Возможно, типа тренировка обучает нас
Хотя ничего нигде не пишется. У нас есть кнопка только прыгать и Q. Все, больше никаких действий мы не умеем делать. А вот это уже, походу, животные. Видели, он уполз? Какая-то флора и фауна здесь присутствует на этой земле. Так. Это уже поинтереснее. Смотрите, этот. Северное сияние. Это стопудово метроидвания, потому что есть разные виды путей. Можем сюда пойти, туда. Здесь что-то есть. Какой-то знак. Что мы взяли? Ага, какой-то этот. Дата-тейп. Но это, видимо, история в этих передается. Да? Как они называются? В письмах. Письмена. Вот здесь уже, видите, показано. Голограммически. Голографически. Что происходит? Но антуражик прикольный такой. Пугающий, атмосферный. Ну, в хорошем плане пугающий, не в таком ужасном. Ну, давайте погнали дальше. Походу, у нас не будет оружия. Всю дорогу мы куда-то идем. Это телепорт? Да, это телепорт. Он очень высоко прыгает. Вроде бы, как бы, с одного расстояния, вроде ты не должен туда допрыгнуть. Блин, подождите, надо вот так вот сделать. На время надо залезть или нет? Надо. Не на время. Еще телепорт. Погнали. Вверх, окей. Там, кстати, какой-то глаз Саурона, видите? Ну, такая же, как у Саурона. Ну, как, не знаю, какая-то вилка. Пускай будет эта вилка. И в середине какой-то глаз. Так, это что, блин, такое? Что за ворота? Ну, это я, допустим. А, спасибо. Ты меня пропускаешь, да? Во-во-во-во-во. Пошла жара. Теперь стелс. 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 Так, он уходит. Ага, вот я, да? Ну, погнали. Робот наш драться не умеет. Поэтому довольствуемся... Так, подожди, а я куда телепортнусь? Куда-то сюда. Так, выше. А я мог туда... А, он закрыл двери там. Мне, походу, значит, сюда все правильно. Хотя нифига это не метроидвания. Нет. Наша задача не попадаться на глаза. Подожди, а нужно мне эту кнопку нажать или нет? Я не знаю. Я попробую сейчас. Он отвернется? А, да, нужно. Я активизировал телепорт. Так, не сюда, значит, надо в ту сторону идти. Ага, перепрыгиваем. Куда-то в небо ползем. Не, ну, задник прям вообще красиво выглядит. Суперски. Пока я просто бежим. Немножко стелса. А, R. А, смотрите, можно глазом шлепать. Оп, 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 оп. Привет, привет, привет. Оп. Прикольно. Оп.
И типа нас нету тут. Ни нас, ни вас, ни Фантомаса. Оп, а за ним. А, ну он не слышит. Оп. Классно. Это прикольно. Так. Что это залез? Хуй его знает. Ничего вроде нет там. Туда можно залезть. Хотя надо было на Q нажать. Возможно, там какая-то секреточка была. Все, поехали. Что-то происходит. Помехи пошли. Воспоминания. Не, игра интересная любителям платформеров и вот таких вот немножечко стелса. Игра, я думаю, зайдет. Ай-яй-яй. Я думал, я застелсил. Но кажется, нет. 5 сек, можете подождать? Сорян, вернулся. Телефон зазвенел. Так, нам надо, походу, бежать. Он нас увидел. Просто убегаем. Пока мы в кружочке вот в этом белом. Мы в опасности. Ах ты ж гад, попал, да? Поймал. А, вот оно что, видели? Я не успел. Ладно, давайте сделаем так. Сейчас мы бежим. Быстренько запрыгиваем наверх. Он проходит. Беги, 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 беги. Беги, беги. Стелсить уже не получится, потому что меня видит этот белый круг. О, сейчас прыгну. Епа. Ходим, 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 ходим. Блин, увидел все равно. А он не пойдет за мной. Все, потерял. Отлично. Отлично, отлично. Просто бежим. Ой, какие-то штучки прикольные. Кто, кто? Оп, 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 полетели. Класс. Просто класс. Улетели они. Но это как-то реально иноземная планетная планета. Так. Сколько у нас уже мы играем там? Надо посмотреть. Давайте заканчивать на этом. Можно сохраниться здесь? А, ну в принципе чекпоинта, да? Давайте вот дальше чуть-чуть пройдем. И на сегодня закончу. Вот сюда пройдем. Блин, там собака какая-то. А, она вниз не пойдет. Так, и будешь теперь сидеть? Нет, не будешь. Так. И что теперь? Она обратно ходит вообще, нет? Я просто отсюда ее не вижу. Бля, беги, беги! Ха-ха-ха! Обманул! Дурочку обманул. Так. Не знаю, что это такое. Сюда, походу, надо заманить этого робота. Или не надо заманить. А, ну давайте до сюда. Вот. Я думаю, вот эти вот светильники это чекпоинты, хотя здесь нигде не по. Вот, чекпоинт, видимо, сработал, видите? Надпись такая. Вот здесь остановимся. Всем, кто понравилось, подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик, приходите на стримы. С вами был, как всегда, Артём. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.